Насладиться озорной полькой Штрауса, грациозным минуэтом Моцарта и ритмичным вальсом Чайковского удалось гостям музея-заповедника Горки-Ленинский. Для них оркестр Московской областной филармонии исполнил концертную программу «Танцующий оркестр». Музыканты играли бравурные и классические, популярные и малоизвестные произведения. Одним словом, подарили слушателям целый музыкальный букет. Дирижер Алексей Миронов рассказал, что в Видном они выступают уже не один год и всегда с удовольствием музицируют для жителей Ленинского района. В городе Ленинский мы играем уже около 10 лет. Здесь всегда здесь происходят какие-то летние фестивали, летние какие-то, вот как сейчас какие-то, значит, там события, где приглашают не только наш оркестр, а администрация Ленинских горок, она приглашает сюда и малые составы, и джазовые какие-то певцов. И вот сегодня мы. По завершению концерта всех посетителей пригласили на лекцию «В стране пчел». Значит, пчелиная семья устроена как? Много-много пчел, в одном килограмме пчел 10 тысяч штук, а нормальная семья примерно 10 килограмм. Ну а после началось чаепитие, а также дегустация меда и варенья, коих видов было немало. Что вы нового узнали для себя из лекции? Я узнала о качестве меда, как его готовят пчелы и какое уникальное существо пчела, насколько она трудоспособна и работящая. Этот праздник показал, провести выходные можно не только с пользой, но и со вкусом, а также совершенно бесплатно. Алексей Митронин, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.